Мы на выставке CPM-2019. Расскажите, пожалуйста, что за интересный платок на вас надет? Это наше изобретение дизайнерское. Это платоки, это шапка-шарф, снуд, палантин. Совершенно новая, уникальная вещь, непродуваемая, непромокаемая, с кнопочками и завязочками. Можно и на голову, я так понимаю, надеть. И укутаться, как в одеяло. Демонстрация у нас такая. Да, завернуть и носить это по-разному, как угодно. Кто в основном покупает у вас платоки? Ну, в основном те, кто мерзнет зимой, конечно же, кто хочет согреться. Вот я сейчас уже даже не понимаю, в чем раньше мы ходили зимой, потому что в шапках всегда холодно и мокро, а платоки – это удобно, уютно и тепло. И прическу можно сохранить, так что идеальное изобретение. Для... Особенно для тех, кто любит пышные прически, конечно. Как вам на выставке? Ой, нам очень нравится выставка, и мы участвуем здесь каждый сезон. Вот много народу, очень все приветливые, интересные люди. Спасибо, вы тоже очень интересные. Желаем вам творческих успехов.